Я подросла, и росли мои зубки. Сколько должно быть зубов у человека? Много. У взрослых 40. 10. Их можно сказать, наверху их можно сказать по 10, и внизу по 10, значит, у нас у них 20. Я думаю, 36. А еще есть зуб мудрости. Говорят, то, что если он вырастет, значит, этот человек очень мудрый. У меня вот этот верхний зуб выпадет. Я пойду в больницу, мне поставят молочные зубки, потом они у меня будут расти. А вы думаете, что если зубы выпадают, то вместо них все время растут другие? Да. Да. Там такое белое кресло, у него маска белая, там... Такая штука, которая, ну, там вода такая распыляет, и там такая маленькая сверло, ее там ставят, и она такая пи, и даже там такая пыль какая-то выходит изо рта, чтобы зубки были чистыми и белыми. Не говори закрывать глазки, потому что мне делают в зуб укол, чтобы я не видел. Сначала страшно, потом не страшно, а потом больно, а потом не больно. А мне дома воровали ниткой. Он сделал мне вот таким пластилинчиком, залепил зуб. Вот так вот супер. А как надо зубки беречь? Вам рассказывали, как? Чистят зубы. Не успел даже сказать. У меня есть щетка светящая. Моя паста. Кокосовая и малиновая. И у меня тоже самое. Ну, взрослую пасту я еще давно не пробовала. Я чищу, когда по утрам встаю, и по вечерам, и по обедам. Я все время чищу. Ну, иногда забываю вечером. Я тоже иногда. Когда я хочу очень спать, я ложусь, не почистив. Когда... Вот мы едим сладкое, слишком много, то у нас появляется черная дырка. И можно сказать, ее называют кариесом. Я не люблю сладкое больше, я его не ем вообще, даже бублики. А если зубы не чистить, что будет? Они будут поесть. И там дырочки, и заведутся микробики. Будут зуб болеть. Можно с голоду умереть, если без зубов. Это только можно пюре есть невкусное с брокколи. Я даже не плакала. Мне зубная даже фея принесла деньги. Бывает и мышка, бывает и фея. Ночью приходит, забивает зуб и вожу вместо зуба денежку. Который был у меня такой длинный клык. Он дорогой, потому что мне лего дали. Она любит вещи дарить детям, которые упали молочные зубы. И не только игрушками, денежками тоже. Приведет волшебница и у меня заберет зубчик и даст мне все денежки. Сколько же? 5. 5 рублей? Хватит тебе? Хватит. А откуда у нее столько денег-то на все зубы? Я думаю, что она их колдует.